Всем приветики. Продолжаем проходить протокол Калиста. Немножко у нас была тут пауза недельная. Немножко приболел, продул правуху, поэтому слышимость хреновая. Непонятно, с какой стороны будет у нас препятствие, надеюсь. Так, перезарядимся сразу. Я уже не помню, где мы тут. Но мы ищем какой-то пароход куда-то. Куда-то мы ищем проход. Так, я забыл, как пользоваться у нас этой... А, просто с кроликом, да? Ладно, сейчас по ходу дела, я думаю, вспомнится все у нас дело. Вообще вот в ту сторону мы идем, не в ту. Пока непонятно. Мне кажется, мы уже проходили. Надо было предыдущее видео глянуть. Где он? Что вообще все порух, да? Где он? Ушел? Так, перезарядим. Наверху его нету. Блин, прям вот этот вот. Его и не видно будет, если он на тут выбрался, что ли. Нам туда, не туда. По всей видимости, сюда. Так, дистилляция какая-то, дистилляция. Звуки, конечно. Звуки интересные. Так, а здесь еще проход-то вообще есть? Ну, здесь типа прохода нет. Это мы оттуда пришли. Что-то там шевелится, двигается. Так, что-то тут непонятно, куда идти-то. Все в тумане. Сюда, что ли? Тут... Что-то тут мы раздавили. Туда не идет. Музын такой еще, блин. Снизу вообще ничего не видать. Так, тут заперто у нас. Что-то сломано. И нам обратно возвращаться, что ли, надо? Даже не пойму, как мы сюда прошли. Может, разбить? А, о, как оно было. Оказывается. Подсветка. Так, а тут ящик как нам снять? Ага, в нем ничего нет. Зря только потратили аккум. Ух ты. Что тут еще было? Так, давайте все эти... Беки тут попробуем. Теперь хоть расчистилось все. Можно спокойненько все вот так вот подавить. Да что-то не проходит.
Это не получилось. Ну давайте. Так, а куда нам? Да, тут мы все просмотрели. Что-то не бежит на shift. Это присесть. Почему на shift не бежит, я уже забыл. Так, ну сюда ставить, наверное, смысла нет. Если мы отсюда забрали, значит, нужно где-то в каком-то другом месте. Где-то как будто какая-то хрень. Я пока ее не вижу. Крит по так мало сдается вообще. Справа нету. Так, а что у нас вообще по этим? Блин, лечилок нет, кстати, так что надо прям аккуратненько идти. Что-то дальше и проход-то особо нету. Мы не отсюда, пришли, фига тут. Монстр какой странный. Так, ладненько. Мне кажется, мы отсюда пришли. Что нам не в эту сторону вообще надо? Блин, надо было ту серию посмотреть. Да, мы... Отсюда... А, может быть... А, там были... Сейчас вспомню, какой-то ботанический сад мы зашли. Там нужно было несколько элементов. Один мы нашли. Может, его и будет достаточно... А, нам нужен какой-то чувак. Отсюда мы найдем вход. Так, а как туда... Пробраться. Где вход? Так, давайте сразу тут посмотрим, что у нас есть на продажу. Блок аккумулятор нельзя продавать. Это тоже нам пригодится. Значит, рассчитываем на 460. Так, это сейчас сколько стоит? 300. Вот можно купить. Уже скажу, село перчатки. Давайте сделаем прокачку такую небольшую. На всякий пожарный надо сохраниться. Хотя, насколько я помню, что-то у нас как-то с хранением тяжко было. Так, на нас сюда. Мы пошли вправо, не помню, влево мы ходили. Мне кажется, мы здесь тоже были. Могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, мы здесь были. Что там не дошли до куда-нибудь. Не помню, были мы здесь. Ну, кажется, были.
Уже у нас тут дежавю какой-то начинается. Необходимо укрыться. Нельзя даже сдержать их. Не исключено, не сбежит мою смену. Запись, да? То, все тут я вспомнил. Мы тут были уже. Ничего тут интересного. Значит, получается, там не дошли, что-то не доделали. Сразу. Чертеж дробовика, нифига. Подтвердите. Так, а где дробовик-то? Вот он. 800 стоит. Так, у нас есть преобразователь энергии, который можно продать, но этого недостаточно. Блин. Дробовичок, это уже прикольненько. Так, сохраним опять же на всякий случай. Что же нам делать? Нам получается надо попасть вот сюда вот. Но сюда по какой-то причине зайти не можем. Заперто. Может быть, какие-то модули надо куда-то вставить. Но... Почему-то тут туда выходить. Там робот ходит. Там мы до конца вроде бы все прошли-то. Что, опять туда тащиться? Сейчас по второму кругу будет. На всякий случай, конечно, желательно проверить. Вдруг мы что-то не дошли, не допроверили. Это будет печальненько, если мы... Может, мы могли вот сюда вот забраться? Там мы точно не залазили. А, может, мы сейчас по этой вентиляции проникнем в ту комнатку, так сказать, которая где этот охранник лежал. Было бы вообще замечательно. Да. Я почему-то подумал, что не получится сюда зайти. Да, походил сюда. Ну-ка. Совершенно верно. Отлично. Так, по блокировке сразу и двери у нас открылись. Ничего тут дополнительно интересного нету, да? Так, ну давайте открывать, посмотрим, что нас тут дальше будет вести код. Элайс, слышишь меня? Я снимаю блокировку. Молодец, братан. Двигаюсь к станции. Есть проблема, не могу туда добраться, проход обрушился. Способных помещений напротив можно попасть на уровень ниже. Попробуй. И поспеши, буря усиливается.
подсобного помещения напротив добраться до служебного какого-то. Не, ну тут мы все прошарили, здесь по-любому не вариант. Что за звуки? Напротив. Подсобка, вон она. Это кто? Кто такой? Ух ты! Сейчас тут робот может появиться. Еще что ли? Ух ты! Как зайти в эту подсобку-то? А вон подсобка туда идем. Так, что есть? Что-то взяли. Где он? Убег? На всякий пожарный. Все здесь. Робот, кстати, не видно, да, этого робот здесь был. Ах ты, откуда? Далековато. Вон уже по подсобку опыт. А, нет, тут. Пройти. А я же... Все жизни потратил наши. О! Здоровится. Так. Подсобку здесь что ли проходить? А что ты мимо-то прыгал? Вот. Сейчас я сделал правильно. Так, нам где-то на уровень ниже надо спуститься через подсобку. Пробуем. Так, у нас сохраночка. Перезарядочка. Тут что-нибудь открывается. Тут ничего у нас не открывается. Сразу у нас какой-то здесь. Ну, давайте помещенец проверим. Такое прям не маленькое помещенница. Автомат, конечно. Так, у нас есть два ящика, патрончики и кредиты. Ну, тоже неплохо, нам надо дробовичок как-то поднакопить. С дробовичком поинтереснее, блин, будет. Ну, чё? Друзья идут.
уже. Да, сразу пока. У нас 6. Так, выйдет еще один чувак. Был трое, один дал жизнь, а еще где? Второй кредит дал. А третий. Что-то ползаешь-то. Я на контрол не нажимал, что-то. Третьего я что-то такое. Тебе нужно идти, все гражданские эвакуируют из купола. Трамвай идущий. Слушай, я сяду на следующий трамвай, прямо следом за тобой. Мне просто нужно... Это я это типа озвучивал запись. Так, и что, и все тут тупик? Ничего мы тут уже не сделаем. Так, что-нибудь подобрали там путное? Есть одна инъекция здоровья, тоже неплохо, будем иметь в виду. Так, тут пока ничего интересного, поэтому движемся дальше. Так, здесь мы зашли, сместились в эту левую дверь. Теперь давайте здесь все исследовать. Так, здесь я так не заблокировано. Какие там, вот он, люк вниз. И лесенка, по всей видимости, закрыта. Так, ну давайте как-то в люк. Давайте посмотрим, что там у нас. Пока ничего особо не видно. Так, на уровень ниже мы спустились, что сразу развернулись в противоположную сторону. Зачем только? Не ясно. Так, сохраночка это пошла, значит, фигачить. Отыскать обрушившийся проход. Так. Тут ничего интересного пока нету. Сейчас, наверное, отсюда попрут. Все есть. Так, вот есть взрывчатые штучки. Может, как-то их использовать. Вон они. Наши ребята ходят. Там их через мясорубку все проходит, ни хера мы тут не проверим. Да. Надо как-то смещаться к этой мясорубке и там их всех шлепать. Конечно, сейчас хорошо так все сделано. Так, как же нам лучше, блин, жизни пока достаточно, чтобы использовать, мне кажется, лечилочку. Этого толстого нам сразу убирать.
Так, надо отходить и лечиться срочно. Так, что у нас по патронам? Так, у нас там много чего можно было подсобрать. Здесь, конечно. Мы их тут убрали. Человек 5 точно тут укокошили. Еще ничего не дадут. Жалко. Так, проход туда, давай здесь посмотрим. Ничего нам тут... Нет, походу ничего нам тут не спрятали, поэтому мы идем сюда. Блин, босс. Эй, Джейкоб, сюда! Где он тут? Наш дружок кричит. И буря какая-то, мало того, что это вирусняк, тут сколько монстров, еще и какая-то буря. Джейкоб, я наверху, ну же. Да иду, иду. Куда-то. И куда нам? Джейкоб, ой, over here! Забирайся, не так плохо. Хочешь, чтобы я туда забрался? Смотри сам. Хочешь свалить с этого? Ты прав, как никогда. Фигня война. Но вниз не смотри. Говорю, ты вниз не смотри. Ну, расскажешь, сказал сразу, что придется плавать в дерьме. Пока нет, но мы же тут цели. Сейчас под конец, небось, оторвется эта конструкция. Опа! Давай-давай-давай. И скидывайтесь в эту хрень. Фига у меня костюм, блин. Крутой. В таком костюмчике пободрее так с ним бороться-то. Жесть, братан, я думаю, эти монстры меняются, эволюционируют. Да, думаю, нам лучше выметаться отсюда поскорее. Насчет скафан станции повредили во время эвакуации, нам нужно наружу, чтобы попасть к трамваю. Вот, одевайся, еще бурю можно, нужно опередить. Когда будешь готов, я открою шлюз. Тоже сейчас как-то... Я спрашивал, ты за что сидишь? Что? Забеспокоился, что помогаешь сбежать убийце? Ну, типа того. В целом, конечно, так и есть, и что? Слушай. Давняя история, ясно. Это была самозащита, неудачное место и время. Я много неправильных решений тогда принял. Ага, тебе, похоже, не повезло. Не-не-не, раньше я себя винил в других, но потом понял, что сам виноват. Невозможно постоянно бежать от... Это еще кто? Я бы сам лучше. There's a lot of you.
За все надо платить свою цену. Все, как он живой, толстый, все вроде рухнули. Блин, я Е что ли нажал? Я думал, я нажал как бы нажать, в смысле. Нажимать, думал, надо что-то, чтобы. Блин, как-то это. Подождите-ка, загрузка игры. Ну-ка. Блин. Жалко, тот ролик мы не глянули. Сбой герметичности шлема. На морозе эти штуки интересно водятся. Как тут остался жив, я не пойму. Чекер. И где этот Элайс? Элайс! Че, мы опять в игре уже? Так, подобрать нечего. Так прям прикольненько. Ну, смотрите, какой сверху проходит. Как он до сих пор не сдох. Elias! Where are you? You gotta find him. Красиво. Уже есть, ничего не потерялось. Блин, вообще красота. Я думал, у нас снаружи-то и не выпустят, а тут еще и снаружи походим. Так вот, ошметель ничего особо не видно. Следы остаются. Да, нифига. За маячок. Куда идти, только непонятно. Какая-то буря. Блин, жалко, это видео не видел. Хоть прям переигрывает. Так он там что-то. Так, уже пошел ряд какой-то. А вот следы есть. Чьи-то. Или были. Так, это кто такой? Один он тут. Я надеюсь, это был не Элайс. Так, на морозе они тоже могут находиться. Что не есть хорошо. Чё, спрыгиваем? Джейкоб, скафандр разряжается, помоги. Включи аварийный маячок. Держись, приятель, я иду.
идем, идем. Блин, ну вообще красивый снег, все вот эта метель сделана. Музыка подобрана классно, мне нравится игра. Так что, ребят, на будущее, если по игре плохие отзывы, ну, недостаточно хорошие, это еще не показатель. Далеко, не очень далеко, давай же. Заразился, что ли? Не, братан, не конец пишет. Ну, говорит, спасибо. Благодаря тебе. Я вас. Куда же мы теперь одни-то без него, по-моему? Он хоть нас вел все это время. Встретимся в другой жизни, друг. Да, жалко. Если б не он, мы даже до суда не дошли. Вот чуть-чуть осталось всего. Там всего. Та причина, из-за которой тут... Нас нашла аварийный маячок, я тебе повезло, что это его засекла. Он знал черную жесть. Что ты делаешь? Теперь тюрьму знаю и я. Если мне эта дамочка, мы бы сейчас летели бы, продали бы, все жили спокойно. Куда ты собрался? Я пилот, я тебе нужен. Ангар там, можешь начинать топать. Да ты шутишь. У него свои какие-то дела, собственно, ни с кем. Не хочешь себе номи, девчоночек. Не так жалась. Так, найти укрытие на аванпосте. Так, мы теперь сами по себе. Оружие есть. Может, сейчас еще кого-то встретим. Блин, ну атмосферно. Так, все прям вообще какие игры пошли. Я такой думал, фиг вам, да? Смотри, даже вот ворота открываются, они снег сдвинули, видели? Ну не круто же. Вот смотрите, я вот сейчас иду, тут нет снега, хоп. За мной вот снег пошел. Так, у нас какой-то аванпост C2. Исследование поверхности. Так, туда есть пароход, сюда есть какой-то проходик, тут все. Похоже на аванпост, он здесь давно. Так, у нас здесь модернизации доступны. Такой чувак замерзший. Что же, сфигачить надо? На всякий пожарный.
Так, что продать есть? Нет, у нас патронов толком нету. 700, да. Да ружьишка не хватает чуть, значит идем дальше. Еще какой чувак, тоже давайте-ка его сразу разделаем. На всякий случай. И вот этих тоже кулачков мне как-то напрягают. Сейчас какое-нибудь отопление включится и все. Кирдык потом будет. Так, там свет, смотрите, есть. Теплее лечу к его. Так, даже лечилку не взяли. Лечилочка нам пригодится. Там все во что-то спотыкается. Так, тут что у нас лежит? Кредитиков немножко. Через... Почему они очнулись только что? Их надо сразу кокошивать. А, фиг там. Пока они не разморозились. Куда-то там, кстати, был другой проход слева. Продолжать путь к ангару. Смотри, как мост прям какой-то туда идет. Конструкции, конечно, на планете. Такой в снегу весь. Так, походу нам придется сейчас откуда-то снег вылазит. Чудики эти. А где же у нас лечилочка-то? Нету, а он что-то лежит. Кредит, придется лечилку использовать. Ну а вот, конечно, жизни так. На всякий случай сохранимся. Так, тут все забаррикадировано, особо
Чем мы там не соберем, ладно. Сейчас он шел туда снег, еще никто не вылез к нам на встречу. То жизни мало, надо прям как-то аккуратненько идти. Так, тупик. Конструкция, конечно, ненадежная. Вагонетки. Какой-то здесь, может, до добычи вели. Мост еле держится. Это я уже понял, что он еле держится. А дальше куда? Просто вот пройти. Что-то такой эскалатор, что такое. Сейчас все тут повалится. Давай, что-то осталось, глотаем. С фонарем еще хуже видно, по-моему. Так, куда-то пришли. Хоть жизни дал, то уже лучше. Это не это китаянка-то. Так у нас оружие. Три патрончика появилось. Так что за штука? Ворота открываем. Три патрончика, конечно, не густо. Какой эскалатор здоровый, или это для чего-то другого. Эй, ты там? Эти туннели ведут к гаражу, с ними ходят. Я сумею нас туда протащить. Кто-то, короче, какие-то люди пытаться помочь сотруднику в ловушке. Чем помочь? Давай скорее покажи, тварь не вернулись. Чем хочешь сделать-то?
собака. Тут две, походу. Каким-то снегоходом говорил пройти. Сюда. Нет. Что-то все везде вроде как. Ах ты! Где тут эти снегоходы? Нас успел ударить собака.
Вот оно нам лучше не соваться. А куда что-то нам? Двигаться. Блин, лечилки, конечно, что-то вообще. С лечилками тяжко. Опа! Хоть сейчас лечилочки найдутся наконец-то. Троечка. Чуть-чуть полегче. Но не сильно. Просто небольшое. Ищем, берем какой-то чип. Чертиц. Так, войти в туннель, ведущий к гаражу. Так, боеприпасы немножко есть. Сюда, я так понимаю, нам надо было попасть. Открыто. Тут какие-то снегоходы. У нас жизни прям вообще впритык. Просто впритык. Наш герой еле-еле на ногах. Тут химикат, хорошо, что мы в скафандре. This way. Это что-то... Что за звук сейчас был? Стр-
устрашающий такой. Что он сам не пробрался, если он знал, как туда пройти. А тут что? Нигде нам тут жизнь не оставили немножко. Том типа задевает такие звуки. Сдаются. Интересно. Кого-то тут, конечно, с ним бодаться, если что, вдруг. Что-то девка на уме, что она хочет тут все сделать? Может, она хочет как-то вирус этот уничтожить? Вообще у нас две палочки жизни. Один удар, и нам кирдык. Давно на нас никто не нападал. Сейчас, скорее всего, кто-нибудь откуда-нибудь вылезет, как пить дать. Там уж сохраночка вот только что прошла. Да, он какой-то идет. Надо было нам его ликвидировать. Не надо было. Непонятно. Так, тут нам никто ничего не оставил. Там, по всей видимости, тоже. Идем прямо. Что-то есть. Патрон, что ли? А, аккумулятор. Ну, уже что-то хоть дали. То хорошо. Так. У нас проход куда-то. Давайте попробуем. Патрона. Кто? Кто? Успели. Давай, жизнь. Молодец. Хоть немножко уже. Побольше. Три полосочки у нас. Так, тут что? Патронов нет. Там налево показывает тупик. Но вдруг там какие-нибудь фишечки есть, лечилочки. Что-то есть, патрончики. Три. Но лучше, чем ничего.
какие-то взрывающиеся штуки. Мне кажется, лучше издали сразу фигачить. Так, слева ничего интересного. Да не, справа ничего интересного, слева тоже, значит, идем прямо. Так, у нас есть шкафчик. Патроны. У нас уже полная обойма. Есть немножко жизни. Интересно, мы уже... Ты! Шмакодявка. Если можно дробовичок накопили. Лечилочка, нифига. Такая маленькая шмакодевка, давай нам. Лечилочки. Давайте сохранимся, может, сохранка какая-нибудь работает. Тебе я не уверен. Еще и кредит удали. Первый проход. Вот прямой. Очень интересно. Тут, короче, без вариантов особо. По пароходикам. Так, у нас есть штучка. Готов, что ли? Так, тут тупик, выход наверх. Ничего больше пока интересного. Опа! Хернул у нас, да? Чё-то тут много открытого пространство. Вот сначала пойдем. Блин, ну слева прям туманно. Так, что на эти штуки, кстати, их тоже кидать можно. Чувачков. Кидаешь и кирдыком.
Так, туда нельзя лазить. Так, левую стоять. Что дали? Новый какой-то расшифровщик, останавливающий инфекцию блок аккумуляторов. Давайте-ка. Давно мы уже с полной шкалой здоровья не ходили. Так, там уничтожим. Тут тоже. Так, правую сторону давайте просмотрим. И еще раз. Еще у нас устанавливающий Никс. Ну, прям порядок. Так. Наверх еще дорожка есть. Так, ну мы там еще внизу не просмотрели. Давайте-ка по проход по прямой еще пройдем. Чтобы уж до конца эту территорию зачистить. Был проход по прямой. Особо ничего интересного. Все ясненько, значит, идем туда на выход. Куда-то прошли. А куда? Гараж. Причем открытый гараж. Какие-то крики оттуда. Закрыто. А тут типа обработка какая-то от внешних бактерий там туда-сюда. Все нас обработали. Стреляйте. Куда нам идти, чтобы как-то подсобить? Так, лечилочка. Ух ты!
Хотя у меня были лечилки. Так, еще есть, ребятки? Чё-то буду тихо, все. Неплохо. Теперь наверх дверь заклинила. Торопись, другие твари могут прийти, добраться до Дэнни. Что за Дэнни? Та же японо-китаянка. Так, у нас, оказывается, есть лечилка. У нас уже их две. Лечилочки. Давайте-ка одну сделаем. Так, дальше по патрончикам. О, нифига, у нас патроны есть. Нифига тут, блин. Как танк прям целый. Да, смотри, какой ковшик у него. Так, нам надо на второй этаж, да? Сюда. Ну вот на лестнице, по идее, нам как-то сюда надо. Что за Дэнни? А, это я говорю. Мне же тебя снова увидеть. Вроде там бросил меня. А ты пытался меня убить на своем корабле. Слушай, ты можешь не заметил, но здесь вообще... Слушай, нам не обязательно друг друга любить, но Элайз был прав. Одиночек шансов у нас нет, но вместе мы должны суметь выбраться живыми. Ладно. Если починить этот снегоход, то довезу нас до ангара. Ты должен открыть главные ворота. Панель управления должна быть... Там. Я могу тебе доверять? Вот возьми, пригодится, и твари здесь повсюду. Кстати, я Джейкоб, я знаю. Так, ну у нас довольно-таки... Так, быстрое включение оружия. Нажимайте кнопку 1, чтобы быстро включить между используемым оружием. Можно также выбрать в инвентаре. Ясненько.
Меню будет сообщение оружия. Так, ладно, народ, и так у нас серия затянулась. На сегодня будем, наверное, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, протокол Каллиста. Все, давайте, всем пока.